Всем привет! В этом видео я бы хотел сделать вторую часть, или то есть продолжение, самых трешовых миссий в GTA. Без лишних слов, давайте начнем. На первое место я поставил миссию из GTA Liberty City Stories, которая называется «Разрушение района». В этой миссии нас просят заехать в заброшенное метро, в котором мы должны будем установить бомбы. Мы должны это сделать для того, чтобы взорвать итальянский район. Прикол в миссии в том, что у нас ограниченное время, и грузовик может взлететь на воздух, если мы не успеем расставить все бомбы. И также изредка на нас будут нападать рабочие, которые будут не давать нам установить бомбы. После этих действий начнет взрываться метро, которое находится как раз под этим итальянским районом. Также итальянский район взлетит на воздух. На второе место я решил поставить миссию с поездом из GTA San Andreas. Наверное, вы все знаете суть этой миссии. Мы должны с Биг Смоуком поехать на железную дорогу. И там мы должны догнать поезд с бандитами. Миссия сама по себе довольно сложная, но если ты знаешь несколько способов, как ее пройти, то эта миссия станет для тебя довольно легкой, потому что я ее уже прохожу с первой или второй попытки. И на последнее место, то есть самое крутое, я поставил миссию из GTA 3, которая называется «Подстава». Я считаю, что эта миссия самая трешовая и жесткая во всей серии GTA. Суть миссии в том, что мы должны приехать на стоянку, на которой стоит машина. Вначале все покажется совершенно обычным, то есть ничего примечательного. Но когда мы подъедем туда, мы обнаружим записку Каталины, в которой написано, что она предала нас уже третий раз. После этого мы сразу же понимаем, в чем заключалось его предательство. На нас напали наркоманы-самоубийцы, которые взрываются, когда подходят к нам близко. Суть этой миссии в том, что мы должны будем уничтожить все фургоны, в которых находятся эти наркоманы-самоубийцы. И пока мы их и не уничтожим, все наркоманы-самоубийцы будут спавниться и спавниться и пытаться убить нас. И также у этой миссии есть легкий способ прохождения. Просто надо раздобыть ракетницу и взорвать все фургоны вот с этого вот местечка. Также эту миссию можно пройти с помощью читов. Просто биваем чит «бэнк-бэнк-бэнк», который взрывает все машины. И после этого взорвутся все фургоны, в которых были эти наркоманы. И миссия автоматически пройдется. Ну что ж, надеюсь, тебе понравилось это видео. Можешь поставить лайк и подписаться. И также зайти на мой ВК, потому что там есть очень крутые информации о видосах и также о моей жизни. И там вообще очень весело.